Корабль-церковь снова курсирует по Оби. Участники благотворительной акции традиционно сделают остановку в нескольких районах Новосибирской области. Миссионерский теплоход «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в путь сегодня утром. Провожала его и съемочная группа «Вестей». Корабль-церковь уже в 16 раз выходит в миссионерский поход по Оби. Священнослужители, врачи, социальные работники едут к тем, кому нужна помощь, но кто не может прийти за ней сам. Глухие села и деревни Новосибирской области. В этом году в благотворительной акции участвует бригада из 11 врачей разных специальностей. Ольга Фишова – врач областной клинической больницы, занимается УЗИ-диагностикой. С собой везет оборудование для обследования пациентов. Для нее это уже 15-е путешествие на корабле «Святой апостол Андрей Первозванный». Говорит, работать на выезде тяжело, но делает это с радостью. Это необъяснимо. Все думают, что мы там отдыхаем, хотя нагрузка во много превышает работу по основной работе. Ну вот, это очень интересно. Ну, вообще меняется мировоззрение, очень сильно меняется мировоззрение. На корабле есть комната с иконостасом. Здесь будут проходить таинства крещения, причастия и исповеди. В прошлом году за 2 недели крестилось почти 500 человек. Всего во время похода миссионеры планируют встретиться с несколькими тысячами жителей области. Ну, жители села, они вообще обделены вниманием. Поэтому любое внимание к сельскому жителю, к нашим братьям и сестрам, оно воспринимается с радостью. С неподдельной радостью. Этим летом селянам помощь особенно нужна. Селяне потеряли большую часть своего урожая. И, конечно, необходимо протянуть добрую, теплую руку им, укрепить их и духовно, и телесно. Малообеспеченные семьи получат гуманитарную помощь. Им везут продукты и одежду. Миссионеры встретятся не только с теми, кто живет вдоль берегов Оби. Людей из отдаленных сел и деревень привезут к местам встречи на автобусах. Всего за 2 недели миссионерский теплоход сделает 19 остановок в 4 районах области. Искитимском, Ордынском, Сузунском и Новосибирском. Татьяна Целищева, Виталий Кудрявцев, Вести, Новосибирск.